Я в политику не лезу. Обычные граждане сильно не влияют ни в нашей стране, ни во всем мире. Так что интересоваться? То есть они там сами, и мы сами? Конечно, конечно. А мы что меняем-то? Мы ничего изменить не сможем. Я так же считаю. Интересует. От нас ничего не зависит. Потому что они там решат и решат. Что, как? Вообще, честно, не читаю ни новости, потому что не хочу забивать голову такой информации. Меня интересуют больше насущные заботы, поэтому повлиять я никак не могу, соответственно, несколько по-другому. Я стараюсь не следить за этим, мне так легче жить, и мой мозг меньше нагружается. Пускай дядьки сами разбираются, как воевать, для чего это. Я просто не понимаю. Молодой человек, вы вообще понимаете, что я не могу ничего говорить? Небезопасно абсолютно. Небезопасно? Почему? Да потому что непонятно, что будет завтра. Доллар постоянно скачет, цены постоянно меняются, условия все меняются. В плане военной безопасности, может быть, прилетит что-то, не дай бог, да, нет? Да, есть такое чувство.